Такс, ребят, в Drive Ahead у нас тоже обновление, по идее. Хэллоуинское обновление должно быть. Давайте посмотрим. Так, поездка. Паучья сигнализация. Понятно. Попору-попору-попору-попору-кукук. Так, куда мы зайдем с вами, чтобы все это увидеть? Попору-попору-попору-поп. Так, ну блин, ну паучья сигнализация, придется, наверное, поиграть. Такс. Такс, ребят, у нас здесь еще не все тачки получены. Позиция какая-то 14, что это значит? Так, лучшая команда. Это у нас... Блин, а у меня вообще команда есть. Так, блин, я не знаю, ребят. Короче, ладно, ладно. У нас тут обновление должно быть. Так, тачка даром. Надо забрать. Ок. Смотри, в рекламный ролик дальше у нас идет. Так, магазинчик, предложение, что там? Хватай немедленно. Что? Мини-пушка. Ребята, какой-то пулеметчик у нас там. Смотрите, новая тачка. Хм, интересно. Так. Смотри, новое видео по Drive Ahead. Halloween Update. Halloween Update. Да, ребят, вот он они. Хэллоуинские обновления. Хэллоуинское. Так, и где нам подробно уже... Что уровень для пропуска? 2. Хм, что это значит? Есть новые трюки дня. Это задание. Трюки сезона. Выполни 10 трюков. Трюка. Трюка. Оф. Будь в воздухе до 15 секунд на Speed Spider. Speed Spider. 1500 секунд. Ё-моё, ребята, у нас по минутам сколько получается? 60 секунд это минута. Посчитайте, ребят, 600 секунд это 10 минут. А надо 1500. Примерно 25 минут, наверное, да, примерно. Наверное. Точно уж не буду сейчас считать, ребят. Примерно 25 минут надо побыть в воздухе в итоге. Или я не прав? Наверное, прав. Так, что за галочка здесь? Не галочка, а восклицательный значок. Типа, он максимально прокачан. Это означает, что он максимально прокачан тачком, да? Восклицательный знак, это максимальная прокачка. Что? А что за пуля? Машина может стрелять. А-а-а! То есть пуля, это говорит о том, что машина может стрелять. А и у разных, ребята, у разной техники, в принципе. А это что значит? Тачка может плавать по воде. Ха! А это что? Тачка может отбрасывать врагов, и еще там что-то было. И ешь объекты, чтобы расти. Чего? Ешь объекты, чтобы расти... Как это понимать, тираннозавр, ты чё? Ешь объект, чтобы расти. Так, не у всех, кстати, эти штучки-то есть, подсказки всякие. Наносит косвенный урон ударной волной. Наносит критический урон рифт боссом. Да? Да ну, ничего себе. Так, что-нибудь еще есть? Все, что ли, да, ребят? Похоже, да. Критический урон, да, рифтрайдерским боссом, да, критический урончик наносит, ребятушки. Причем эти тачки из режима рифтрайдерс, да, и они же и наносят критический урон боссом из этого же режима. Вон, что-то новенькое, смотрите. Ешь объект, чтобы чиниться. Ха! Что? Так, интересно. Ой-ой-ой, так, подожди. Листочек, да, это что, отражает толкающие способности. Прикол, ребята, прикол. Прикол, совсем прикольно здесь, да. Так, а где у нас тачка-то была самая прокачанная? Это вот так вот. На него жмем. Да. Так, а слушайте, а где тачку можно посмотреть, которая у нас... так, так, предложение, да, сюда заходим. Что? Что? Пулеметчик. 2х скидка, блин. А на пулеметчика мы не можем зайти посмотреть отдельно его, да? Давайте здесь-то поищем. Так, раритет не то. Нам надо... Блин, а как? Никак. Перемотаем вниз. Может быть, он будет у нас... Закрыт. Может быть. Слушайте, вот эти закрыты, да? Найдем... Ну, посмотрите-ка, ё-моё, на самом деле столько разных...
тачек у нас еще не открыто. Ничего себе! Ух ты, золотые тоже из режима Refinders. Ребят, у нас еще чего доступно только во время некоторых событий. Угу. Понятно, ребят. Короче, очень много тачка я профукал, получается, по факту. Пафа набрался кривожопы. Что? Это команда, понятно. Так. Босс, получится. Так, все, хорош, ребят, трепаться. Блин, вообще капец. Давайте уже заглянем. Сейчас паука будем за хвост дергать. Если у него есть хвост, мы за него сейчас будем дергать. Давай. Бэм! Отлично. 50 на 500, так. Босс рассвирепел. Супер Даран Оверчарджерс. Неуязвимость не надо нам. На самое начало, зачем нам неуязвимость на какое-то время? Он без толку только потратится. Ребятушки, ребятушки. Поэтому берем таран, чтобы бомбить просто соперников. Ах ты ж, черт возьми-то, а? Ой-ой-ой-ой. А чё так поздно-то, блин, ребят? Чё за фигня? Бабах. Так. Так, так, у тебя будет две пилы, но уменьшенный макс здоровья. Нам это как раз и нужно. Потому что... Подожди, 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 я чё делаю? Да блин, ничего, на башку вниз упал. Черт, а вот это обидно было сейчас. Сбивает врагов при столкновениях. Опять что ли? Опять? Двойное столкновение. Ну ладно. Сейчас мы проверим, что это значит, ребят. Вроде бы и у нас и сияет уже. Как бы ярче. Не знаю, ребят, не знаю. Может быть, мне кажется, но вроде бы сиять он начал даже светиться. Начал прям две волны такие светящиеся. Возможно, кажется только. Так, а вот то, что у нас пила есть, это очень-очень огромный плюс. Потому что нам не обязательно колесами по нему попадать, по врагам. Нам достаточно, ой, нам достаточно получить немножечко урончика и крышка. Так, сейчас, похоже, босс выйдет. Да, блин, сейчас напрыгнет на меня сверху и конец накроет. Стоп, 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 стоп. Я не знаю, блин, да почему ты башкой вниз, почему ты масло вниз постоянно падаешь. Еще две пилы, но уменьшенное здоровье, ребят, 4 пилы сейчас у нас будет, но это все бесово, потому что у нас тачка уже такая. Тарантасика, два тарантасика осталось непрокачанных, они наносят урона просто по минимуму. Но 4 пилы это плюс. Да. Но, к сожалению, тачки у нас не прогнали. Видите, вообще. Вообще, ребята, дамага нет, по сути. Чё-то там крополями по 400 крополей там съедает, но это ни о чем на самом деле. Блин, прокачать бы нам тачку. Вообще прям так до безумия все три тачки прокачать. Слушайте, ну сюда вообще надо брать... Что-то тоже из режима Rift Riders, чтобы да, критический урон наносить по боссикам, да? Где мы там с вами читали. О, это что был сейчас? Кто там стреляет? Чё говоришь? Воу-воу-воу-воу-воу, самонаводящиеся ракеты, что ли? О, все, конец нам, ребята. Все, нам конец, палю басу. Вообще ни о чем, да, урон, урончик у нас. Вообще, ребят, реально ни о чем. Не дави нас, не дави, не дави нас. Слушайте, живем пока странно как-то даже. Я не знаю, так все, наверное. Я вообще не знаю, где я. Все, разбом... А, не, вот только упал. Хм, и что? Ха! Слушайте, прикольно, прикольно. Да, рифт босс 10 раз. Так, одно из заданий почти выполнили. Угу. Короче, вот эти две тачки, еще дополнительных, ребят, нам надо с вами поменять. Да. Так.
Так, 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 так. Ага, ага, ага. Подожди. Не, восклицательные знаки, то вот на этом я что-то, по-моему, получается, не, в тот раз неправильно понял. А что означает восклицательный знак? Он не максимально прокачан. Я что-то, да, ребят, тупанул в тот раз. Он же у нас не на макс прокачки. Что за восклицательный знак? Что это значит? Что? Что? Зачем? У нас максимально прокачана неволяйка, да. И над ним восклицательного знака нету. Блин. Так, а... Шелюшите, шелюшите, давайте. Что бы нам взять? Что бы нам взять из серии Rift Riders? Слушай, ну можем взять. Что можно взять? Что можно взять? Прокачать можем на второй уровень. Так. Вот. Эту тачку можем. Давайте качнем. Так, прокачка еще как-то так выглядит, ребята. Ха. Чего? Счет, короче, у меня игра зависла, пришлось перезапустить ее. Так, а почему у нас техника изменилась, вы мне скажите? Вы мне скажите, ребят, непонятно. Так, хотели взять с вами в режим Rift Riders. Трофеи, запчасти, трюки. Так, не то, не то, не то. А, вот что-то из этой. Нет, не то. А, вот эту мы качнули, да? Давайте ее выберем. Так, сюда поставим эту. Поменяем тоже. Возьмем что-то из серии тоже, чтобы критический урон наносить по боссам из режима Rift Riders. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Выбрать. Так, пусть будет так, ребят, ну что, погнали. Пробуем, попытка номер два. Что? Блин, стоп, стоп, это не то. Это не то, блин. Я же не режим Rift Rider запустил. Ё-моё, а. Так, чувачок, на тебе щупальцами по башке. На тебе, да. Да, хотел, блин, запустить. Так. Хоть. Ох ты, проскочили. Змеюка наша, блинский, проскочил. Так, угорь наш. Слушайте, ну он не совсем удобный, я вам скажу. И ба-ба! 2000 урон нанес. Ба-бамс. Все, ушатали. Еще немного чести. Так. Выходим отсюда. Выходим отсюда, ребят. Ну что, босс, погнали. Еще разочек сыграем. Блин, а здесь? А здесь не поменяли. Черт, надо будет сейчас вручную. Так, первая тачка это у нас под замену, которая... Мы решили с вами взять, в принципе, вот этот. Ой-ой-ой, да, этот. Так, вторая тачка у нас угорь был. Угорь. Давай угря возьмем. И погнали. Сейчас посмотрим, сможем мы критический урон наносить боссу или нет. Получить сигнализацию. Понятно. Девятый уровень, да, у нас максимально прокачанный. Так. Двухколесник. Тачка не валяйка. Мини-медуза, шинный крюк отталкивает врагов, и шинный крюк разрезает шины врагов. Ну. Да что ты будешь делать? Чуть башку опять не ударился. А как ты так удачно-то на меня приземляешься-то? Ах ты ж, блин! Еще один поросенок мне на голову упал. Ребят, ну это конец. Что сказать? Ты посмотри, крюк насколько далеко стреляет. Давай. Ой, разрезал. Ха-ха-ха. Не, ну крючок прикольный. Крючело-то прикольное, слушай, реально. Так, аккуратно, он, кажется, на меня тащит свою жопку. Так, пилос, наверное, генный комплекс, давай ракетный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Блин. Давай ракетой. Ты серьезно? Бам-бамс. Ребят, я не вижу где. Только. Эй. Ушел. Вот засранец. Ребята, не успел его тюкнуть. Эх, ну ладно. На меня летит. Давай еще кого-нибудь. Бабах. Посмотрите-ка, ракета что творит. Бабах, не попал. Бах, не попал по мне. Прикол. Прикол, что-то меня, короче, защитило там. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, слушайте, а в тот раз пил не было таких. А сейчас прям в самом начале какие-то занудные пилы. Ё-моё, все, конец нашему бойцу. Добивает подбитых врагов. Нет, давайте. Что? С каких пор босс не наносит урон нам? Да? Слушай, он реально не попадает, не, почему-то не, не бьет по нам. Ребят, с каких это пор? Нет, ударил. Вот чертенок. Ушел, что ли, опять? Я его не добил, и он ушел опять. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, по колесу ему разорви. Есть, оторвал. Молодец, тот все застрял. О! Но это... Блянский, ребят, черт возьми, а. Ох ты! Прям на меня упал, ребята. Ну все, это конец. Это конец. Остались у нас только дрищи. Дрищи остались у нас. Ох ты ж, сколько вас здесь. И защиты никакой нет. Печаль, беда. О, летающее чучело. Ать, камикадзе режим. Ох, ребят, вы посмотрите, сколько здесь их. У-ху! А что это за мозг огромный? Это что за мозг огромный, ты мне скажи. Так, угорь, спасайся. Не, ну все, конец тебе. А-а-а, всех просто съели. Да, да, ребят, здесь без прокачанной техники делать нечего, по сути. Да, самая первая машинка, только у нас двухколесник, только что-то может сделать. Остальные так. Просто что-то катается рядом. Да, ребят, ну что, все на этом пока. Подписки, лайк, колокольчики, жмите, делитесь видосиком. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.